Ублюдок не должен умереть, пока я с ним не поговорю. Мои ребята немного вспыльчивые, так что за этим ты уж сам присмотри. Идет. Я подозреваю, что ублюдок скрывается в казино в Золотом квартале. Ну или где-нибудь у арены под обрезками. Там его будут ждать мои люди. Найдите его. Чем в жопе зуб найти, о-хо! Чем ублюдка. Герман, привести! Загрелись тщательно. Вот мы и ищем. Потом надо будет падаль сжечь, не то крысы придется. Славные бритвы! Эти краснолюды поработали лучше сборщиков долгов. Все вынесли. Все дороги ведут в Махакам. Сука, часа к велела пускать эту дорогу, я не ищу. Здорово. А, ты знакомый Ройлина. Я о тебе слышал. Ничего себе замес. Как уж вышло. Мы пришли культурно пригласить ублюдка-младшего на встречу с друзьями. Ха, с прискорбием сообщаю, что о священных законах гостеприимства тут не слышали. Я ищу младшего. А, тогда добро пожаловать в клуб искателей ублюдка. Только членских карт мы не выдаем. А еще ублюдка-младшего тут нет. Есть мысли, где он может быть? Нет. Ты здесь командуешь. А ты кто? Я тут немного осмотрюсь. Я с тебя глаз не спущу. Славные бритвы. Здесь нет ничего интересного.
эти краснолюды поработали лучше сборщиков долгов. Все вынесли. Как бы так нанять ведьмака, кто для тебя такой? Хо-хо! Герой Кривийский! Не крутись тут. Алло? Ну так как? Тебе тут будет сработать. Начнем. Очередной прибыл. Готовы? Известно. Входим по твоему знаку. Еще не время. Лишь бы не затягивать. Чего тебе тут надо? Того же, что и всем. Поиграть, повеселиться. Вход только по приглашениям. А я думаю, ты меня все-таки пропустишь. Проходите. Добро пожаловать. А ты пожелай мне удачи. Удачи вам в игре! Ой,
переводит меня. Мне бы еще раз. Это кто такой? Я отыграю. Я здесь каждый день бываю, а его никогда не видел. Ставлю дом. Идет. Оставьте меня! Еще слово, и я тебя заберу наверх. Нет! Космы у тебя белые, как у сына мельника. Можно? Почему нет? Я бы сыграл, но меня интересуют только большие ставки. Я тебя не знаю. Может, есть у тебя деньги, а может, нет. Может, умеешь ты себя вести, а может, не умеешь. Если с тобой не будет хлопот, то потом и по-крупному сыграешь. А пока что масса столов для любителей ждут тебя наверху. Смотри, не просади все сразу. Прошу ко мне не приставать. Космы у тебя белые, как у сына мельника. Ну что? Карта тебе идет. Куда спешишь? Добрый бы из тебя вышел, моряк. Надо бы оторваться от стола. Хорошо идет карта. Мутант? Что здесь, сука, делает ведьмак? Ты видишь здесь топляка или еще какого-нибудь пиздогона? Чудищ нет, так что можем спокойно сыграть в карты. Деловой? Конечно, можем сыграть. Если только деньги есть. Найдутся. Фиштиху. Говорят, тут лучший фиштих в городе. Я хочу просто поиграть. Раз ты настаиваешь. Чувствую, разделаю я тебя, как бог черепаху. Thank you.
с тобой не играю, ты мне несчастье приносишь. Иди разоряй кого-нибудь другого. С другой стороны, кому в картах не везет, везет в любви. Жены по мне скучают. Как сегодня идет карта? Я с плебсом не играю. Когда-то меня даже в рыцари посвящали. Действительно? И кто проводил посвящение? Позвольте спросить. Мэва, королева Лирии и Ривии. Во время Второй войны. Так вышло, что мы с друзьями отбросили нильфгаардцев в стычке на мосту. Мэва приказала мне встать на колени и повторить слова присяги. Битва за мост? Слышал, слышал. Понимаю. И снимаю претензии. Сыграем? Безусловно. Желаю успеха. Поздравляю с выигрышем. Спасибо. Вижу, карта тебе идет. Да, мне сегодня везет. Если счастье тебе благоприятствует, этим надо бы воспользоваться. Наверху есть комнаты для избранных. Вот там действительно крупные ставки.
Если так, приму приглашение. Пойдем со мной. Вот комната для избранных. Здесь никто не будет мешать. Не слишком тут уютно. Да и играть неудобно. Человек недоверчивый мог бы подумать, что это комната для допросов. Младший не верит в чудеса. В этой комнате мы объясняем ловкачам, как сильно он не любит, когда его обкрадывают. Займитесь им как следует, а когда закончите, обмотайте ему ноги якорной цепью и в Пондер. Смерти. Эй, ты слышишь меня? Добивай. И в мыслях не было. Вот меня эти выродки отделали. Кости целы. Ты освободишь меня? Вижу, не так уж сильно тебя поколотили. Давай-ка поговорим. Что ты здесь делаешь? А ты как думаешь? Сижу вот. Ну ладно, не буду умничать. Они решили, что я шпион Бедлама. Вот и схватили. А ты шпион? Ну, вроде как. И чего ж ты вроде как вызнал? Ублюдок снюхался с риданцами. Не знаю точно, в чем там дело, но дружится он с ними. Больше я ничего не знаю. Береги себя. Спасибо. Я затаюсь, пока все не кончится. Скажу Бедламу, что ты мне помог. Загляни к нему, он наверняка тебя отблагодарит. Интересно, а Дикстер знает, что младший сговорился с риданцами? Как вы, блядь, не научитесь?
Тебя! Тесак сказал тебе помочь. Как только дашь знак, войдем и перережем паразитов. Некого там резать. Я сам справился. Ух, сука! Сам? Слыхали? Пошли отсюда! Я всю семью уже похоронил. Сына черный убили, жена написано на лице. Thank you.
что, седой, приключения ищешь? Не шейся тут! Открывай! Алась пиписька, что просто нет сил у охотника на черни. И тогда он за сиськи хватать поспешил, а бордером гулящий пути он в бордель заскочил. Да. Часто ты работаешь с чародеями? Ты страшно любопытен. Присматриваешь работу для себя? Нет. Просто я представляю, что такое чародей, и знаю, что руки они пачкать не любят. Ты плохо их знаешь. Затравленный и голодный чародей идет на все, как и любой другой человек. Ни от какой работы не отказывается и цену не заламывает. Новиград... город возможностей. У тебя есть все шансы этим воспользоваться. Ты должен лучше подбирать себе людей. Рика попался как ребенок. Да, он рассказал. Я велел ему уехать из города. И он, вероятно, сказал, что я тебя награжу. Да. Возьми. Будем искренне и скажем друг другу правду. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Вилли сотрудничает с Родовидом. Если это верные сведения, у ублюдка больше неприятностей, чем ему кажется. Источник вполне надежный. Это могло бы объяснить, почему ублюдок почувствовал себя настолько сильным, чтобы ломиться из большой четверки. Мне нужен кто-то, кто проведет меня к младшему. У тебя же есть старые связи в Редании? Нет, а вот у тебя есть. Поясни. Темерец. Бывший командир славных синих полос. Смекаешь? Вернон Роше. Он затаился вместе со своими людьми в лагере у Оксенфурта. Загляни к нему, он хоть порадуется. У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Я уже облазил все каналы вокруг сокровищницы. Ну и как? Что ты узнал?
Сокровища высыпались из ящиков, так что я смог пройти по следу воров. Знаешь, как в той сказке с крошкой? Припоминаю. Гензель, Гретель, сожжение ведьм. Очень по-новиградски. След вел до самого выхода из каналов и там оборвался. Готов спорить, что ящики погрузили на лодку. Понятно, что не на телегу. Лодку мы не выследим. Значит, это тупик. Я нашел тело одного из воров. Его стошнило от антидота, как этого твоего Фонса. Прекрасная смерть. У него было что-нибудь при себе? Ничего особенного. Пустой флакон. Будь он важной персоной, его бы так не бросили. Значит, обычный носильщик, такие ничего не знают. Мертвый след. Буквально. Похоже, стену сокровищницы разрушила бомба. Посмотри. Дно серебряного цилиндра. Покрыто рунами. Интересно. Знаешь, что было внутри? Я угадал часть компонентов по запаху. Масло виверны и сахар. Сахар? Геральт, у меня нет настроения шутить. Я не шучу, говорю как есть. В бомбе был сахар. Подумаем. Сахар бурно реагирует с серной кислотой. Но не так быстро, чтобы вызвать взрыв. Бессмыслица. Не знал, что ты разбираешься в алхимии. Усил немного в Оксенфуртской академии. Но сейчас не время для воспоминаний. Ты казну мою ищешь, а не биографию составляешь. Узнал еще что-нибудь о бомбе? Бомба взорвалась в трубе, которая выходит из стены рядом с сокровищницей. Но сточная решетка в момент взрыва была на месте. А значит... Заряд подложили изнутри. Точно. Я думаю, что было так. Кто-то вошел в баню, спустил воду в одном из бассейнов и бросил цилиндр в сток. Бомба прошла вниз, застряла у решетки и, как говорит Барт, большой бум. Надо понять, в какой сток бросили бомбу. Это единственный перспективный след. Верно. Гопен ведет книгу посетителей, так что мы поймем, кто был в бассейне в день нападения. А ты неплохо поработал. Благодарю за признание. А, твоя знаменитая ирония. Мне так ее не хватало. Неужели? Угу. Как гвоздей в исподнем. Ну ладно. Ты осмотри бассейны справа, я возьму те, что слева. Позови меня, если что-то найдешь. Ничего интересного. Что-то тут плавает. Масло? Серебряная крышка. Похоже, от цилиндра в стоке. Дикстра, иди-ка сюда! Есть что-нибудь? Ага, фрагмент бомбы. Капен, спускай воду из четверки и тащи сюда книгу посетителей. Раз-два. Кстати, ты уверен в Гапене? У него доступ к баням круглые сутки, и он мог подслушать, где ты держишь сокровища. У Гапена много недостатков. Он напыщенный павлин, временами ведет себя как настоящий хер, как бы это ни звучало в его отношении. Но он абсолютно верен. Откуда такая уверенность? Ведьмак должен разбираться в чудовищах, а шпион в людях. Филиппе Эльхарт, ты тоже когда-то доверял. Да. Но я не вытащил ее из коверской тюрьмы в ночь перед казнью. Посмотрим, что тут у нас на дне. Решетка из стока вынута. Значит, сюда и бросили бомбу. Гапен, кто был в этом бассейне в день ограбления? Поглядим. Бертольд Хайнц, городской советник.
Йозеф Швейк, генерал, и марграф Хенкель. Хенкель? Быть не может. Марграф Хенкель? Это кто? Скорее, кем он был. Старик принимает земляные ванны с самой зимы. Вот уж кого тут не могло быть в день нападения. Он умер? Я и не знал. Ничего удивительного. Достопочтенный марграф склеил ласты в борделе, одетый в кожаные шмотки. Так что семья похорон не афишировала. Но я-то свое дело знаю. Однако же я видел его вон и злополучный день своими глазами, господин Ройвен. А ты с ним разговаривал? Присматривался к нему? Нет, он прошел мимо. Иными словами, ты видел не Хенкеля, а кого-то, кто под него сработал. Подумай головой. Тебе же яйца отрезали, а не мозги. А ты, Геральт, займись этим. Ладно. И с чего начинать? Зайди в дом Хенкеля. Это такой запущенный каменный особняк к югу от главного рынка, ловчила которого мы ищем, мог оставить там какие-нибудь следы. Ну, бегом. Ты последний раз мыл голову. Вы от тесака? А как же, тебя ждем. Говори, что делать. Еще не время. Ты тут командир. Здорово. Я тебя не знаю и не пропущу. И не стой здесь.
Узнаешь бумагу? Контракт на бой. Вижу, читать ты умеешь. На кого выписан контракт? На Ждана. Ждан — это я. Еще вопросы есть? Заходь. Только не слоняйся тут. Давай сразу к Игорю. Все в порядке. Проигравшим платят что? Проигравших свозят на кладбище. Это ты тот псих, который собрал... Кого? Эка невидаль. Я подложил ему проржавевший меч. Ты, главное, протяни минуту. Ладно. А потом выпущу паразиту кишки. Да ну его. Сейчас не твоя очередь. Вот бы его для цирка отловить и людям показать. А есть такая страна, где таких, как ты, побольше? Вот тебе твои деньги. Уговаривались на больше. Скользкий ты достается мне. Все в порядке? Бледный ты, как смерть. Мне нужна работа. А что ты умеешь? Я умею работать мечом. Мог бы наняться в охрану. И кого ты собрался охранять? Толпа может выйти из-под контроля. Должен же кто-то следить за порядком. Хм. Опыт-то есть у тебя? Я достаточно в жизни сражался. И не носил бы меча, если б не умел им пользоваться. Ты убивал людей? Случалось. Почему ты не говоришь, что ты ведьмак? Я же вижу. Я не ищу заказов на чудовищ. Мне нужна обычная работа. По крайней мере, на какое-то время. Ха. Я должен тебя испытать. Хочу посмотреть, как ты держишься в бою и вообще. Умеешь ты мечом махать или нет? Будешь драться на арене. Если продержишься 3 боя, возьму тебя на работу. Подбери мне противников. Уже все готово. Сразу начнешь? Или тебе нужно время? Мне не нужно готовиться. Тем лучше. Сейчас посмотрим, на что ты способен. И помни, дерись не на жизнь, а на смерть. Толпа не любит, когда щадят противников. Начнем. Готовьте кошельки! Начинаем принимать ставки! Из далеких восточных земель, где жизнь человечья дешевле стакана воды, прибыл на бой ведьмак, мутант-убийца! Его противник Густав Рёдер, человек, который нашел правильный путь из чрева матери. Как победил ведьмак! Следующий бой! Друг против друга! Выйдут ведьмак и волосатые братья прямо с диких островов Скеллиге. Их отцом был горный медведь. Они рождены, чтобы убивать. Я отомщу за тебя. Сдавайся, а то кончишь, как твой брат. Никогда. Ведьмак вновь побеждает. Следующий бой. На этот раз ведьмак займется своим привычным делом. Он сойдется с чудовищами.
этой твари! Браво! Красиво ты их уделал. Сказали мне, что на арене появился какой-то крутой. И что? И были правы. Спасибо. Ублюдок-младший всегда ценит доброе ремесло. Ну хватит уже этой возни. Сейчас... Краснолюды тесака забрались в каналы. Они режут посты. Так что ты стоишь, как член на свадьбе? Собирайте людей и принимайтесь за карликов. И убейте уже этого ведьмака! Слыхали? Убейте его! Искать эту нору. Пол исцарапан, как будто открывали дверь. За этой стеной должно что-то быть.
Покажи, что умеешь. Тебе тут будет сработать. В жизни надо рисковать, а то все просто. Крашивай ты меня. Мясником. Что-нибудь случилось? Не надо ли тебе чего, мастер? Чего ты хочешь? Что ты можешь рассказать про ублюдка-младшего? Собираешься писать биографию? Напиши тогда и о его отце. Ублюдок, сын, ублюдка. Хорошее название. Интересно. Старый ублюдок был одним из самых беспринципных людей, которых я когда-либо встречал. Он шантажировал, убивал, прокладывал себе дорогу локтями. Говорили, что у него счеты даже с иерархом. Младший получил от него в наследство все свойства, кроме любви к поэзии. Кстати, говорят, он укокошил батюшку по дороге на поэтический вечер. А потом принял все его дела и связи. Я решил заняться ублюдком-младшим сам. Ага, я слышал. Страдалец хренов. Один, все один. Дело твое, только мы... Не об этом договаривались, так что ты ничего от меня не получишь. Я и не ждал ничего. За доносным!
Только ведьмака этой братве не хватало. И меня достал Седой. Геральт из Ривии, живой и здоровый. Я ищу ублюдка младшего. Слышал о таком. Только не знаю, почему ты его ищешь в моем лагере. Да вот одна птичка напела. У вас с ним общие друзья. Похоже, вы оба очень сдружились с Родовидом. Разговорчивая какая птичка. Надо будет голову-то ей открутить. Ты что, поможешь или мне искать дальше? Тебе, как всегда, везет больше, чем ты заслуживаешь. Я собираюсь на встречу с риданским шпионом. Мы встречаемся под Эксимфуртом в шахматном клубе. Спасибо. Я знал, что могу на тебя рассчитывать. Только ведьмака этой братве не хватало. Готовы? Связной ждет в шахматном клубе. Давай разберемся с этим побыстрее. Кто у тебя связной? Один скользкий тип. В других обстоятельствах я бы не стал иметь с ним никаких дел. Ты ему не доверяешь? Я никому не доверяю, включая тебя. Пойдем. Что-то здесь не то. Посмотрим. Говорят, что это королевская игра. Что шахматы учат стратегическому мышлению. Ерунда. Пешки одинаковы с обеих сторон. Правила всегда одни и те же. Ничего общего с жизнью. Знаешь, ведьмак, зачем я играю в шахматы? За компанию? Королю не интересна никакая компания. Я играю в шахматы, чтобы разгадать их секрет. В этих фигурках шумит кровь. Приложи ухо и услышишь. Шу-шу. Шу-шу. Сердце перекачивает жизнь. Ем пешку и слышу хруст разрываемого мяса. Ем фигуру и слышу крик из глубины дерева. Я хочу сломать шахматы. Выдавить из них правду. Понимаешь, о чем я? Нет. Ты не понимаешь, потому что ты не король. С точки зрения пешки видны только товарищи по бокам и враги на той стороне поля. Король видит шахматную доску иначе. Злейшие враги окружают его.
Собственные пешки могут запереть короля в западне. А тогда шах и смерть. Шахматы, ведьмак. Это искусство жертвовать собственными пешками. Теперь понимаешь? Нет, все еще не понимаю. Неважно. Перейдем к делу. Зачем ты привел ведьмака? Ведьмак сам все объяснит. Я думал, мы идем на встречу с риданским шпионом, а не с королем. Если можешь обойти посредников, лови момент. Я ищу ублюдка младшего. Знаю, что он пользуется поддержкой Ридании. Зачем ты его ищешь? Это мое дело. Не буду настаивать. Я разместил младшего в имении в Оксенфурте. О нем знают немногие. Тебя туда не впустят. Но ты скажи, что пришел по поводу девок. Младший постоянно требует приводить к себе женщин. Мне говорили, что он нехорошо с ними обращается. Ты только что сдал мне человека, в которого вложил порядком времени и денег. Интересно, почему? Считай это жестом доброй воли. И да, я рассчитываю на взаимность. К тому же младший мне уже не нужен. Большой четверки больше не существует. В свое время я напомню тебе об услуге. А теперь все. Идите. С тобой, Роше, я поговорю в другой раз. Мне кажется, он все больше погружается в безумие. Главное, я знаю, где искать младшего. Знаешь что, Геральт? Я ведь тоже хотел просить тебя об услуге. У меня проблемы с Бьянкой, и мне нужно, чтобы кто-нибудь ее образумил. Зайди ко мне в лагерь, я все расскажу. Хорошо, Роша, я подумаю. До встречи. Поговоримся с колдуньями и за вас возьмемся. Сейчас блевану со скуки. В вечном огне сгорят наши грехи.